будет лучше, если брать вот так. Так захват надежней, потому что получается, что вся площадь, поверхность и захвата работает, и боковины. Но если вдруг вы захотите, скажете, что какая разница поставить вот так и так, то получается, что у захвата, когда свободные ячейки, закрытые обратные клапана, все равно небольшой поток воздуха он подсасывает, соответственно, внутри производительность падает. Падает производительность, он не может за бок, этот самый, даже вот если их несколько так поставить, у него не хватит усилия, чтобы это удерживать. А когда вот так плоскником, он удерживает, перемещает, и все хорошо получается. Держит более-менее нормально, тем более, если их будет там 5-6 в ряд, они будут друг за друга держаться и не будут падать. В принципе, на скорости это должно хватать. Можно его сделать вот покороче, как раз таки, допустим, 20 сантиметров. Вот он будет как раз на захват. Их поставить в ряд, сколько упаковок, столько и захватов. Они будут вместе брать, перекладывать. И то же самое, в принципе, потом можно их задействовать и на захвате коробок. Будут работать. Вот, видите, хватает такого усилия. Вот. А если они будут держаться друг за друга, то, в принципе, их хватит. Вот они. Так.